Она мне страшен. Ни вал десятый, ни холод вечной мерзлоты. Да-да, ведь мы, ребята, 70-й широты. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. 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 Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Она мне страшен. Ни вал десятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы, ребята, да-да. Ведь мы, ребята, да-да. 70-й ширины. Тарам-дарайда. Рачам-дарайда. Чарабарюм-дивидом. Чарабарюм-дарам. Чарабарюм-дарам. Чарабарюм-дивидом. Тарам-дарайда. Тарам-дарайда. Тарабари-бари-бидум. Тарабарам-дудум. Тарабарам-дудум. Тарибарабадабудум. Она мне страшен. Ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы, ребята, да-да, ведь мы, ребята, ой-е! 70-й широты. И поехали по родным мы ухабам. И поехали мы по дорогам. И поехали мы, и поехали. Кстати, поднимем машину. Видите? Поднимаем. Чтобы проехать по всем тут ухабам. Та-да-да-да-да-да, та-да-дам. Сегодня несколько иное эмоциональное настроение. Эмоциональное настроение, как бы сказать, вот ты энергетику суток впитал, застал, та, которая есть. И вот она начинает в себе потихонечку действовать. Откладывается, действует, а ты ее разбиваешь, лелеешь и холишь в себе. Что будет, не знаешь, но веришь ты только себе. Себе ты веришь и провидению, что будет для блага тебе. Смелее, 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 скачи на коне, на железном коне. Так, теперь видите вот эту штучку, хай, надо отключить. Отключили, и не спеша, с песней, но без плясок, мы едем на точку, где будем ходить. Тарам да 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 да. Летят они в жаркие страны, а я не хочу улетать. Не нужен мне берег турецкий. Не нужен мне берег как или берег. Нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Помню, что про Африку надо спеть. Ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, лам. Тари-да-да-дай, да-да-дам. Тари-да-да-дай, да-да-дай-дам. А я не хочу улетать. А я не хочу туда залетать. Мне тут хорошо, тра-ля-ля. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Я еду, я еду, я еду. По парку я буду гулять. Красоты я парка сейчас буду, я буду. Я буду.
но так, скажем, я буду с собой созерцать красоты и впитывать их, и будут они напоминать, что тут. Тарарам-дарарам, да-да-дай-дам. Главное не останавливаться. Тарам-дарарай, да-да-дам. И в теннис большой не играю, а только в маленький играл. Тарай-дарарай, да-да-дай-дам. Вот парк, он и тут. И сейчас мы будем выходить и делать большущий круг. Один за другим намотаем километриков так под пять. Потом мы в машину седаем. Красота. И будем домой приезжать. И будем домой приезжать. Тра-лю-лю-лю-ля-ля-ля-й. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Летят перелетные птицы, а я не хочу улетать. Тарай-да-дари, да-да-дай-дам. Тари-да-да-дай-да-да-дам. Время пошло. Да-д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 а
не нужна. Летят перелетные птицы. Куда-то там вдаль они летят. Летят они в жаркие страны. А я не хочу улетать. А я не хочу, не хочу. А я не хочу улетать. Не нужен мне берег турецкий. И Африка мне не нужна. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Жарко там слишком. У нас и так тут сушь да жара, а там еще больше. Ну вот и пошли мы. Вперед смотрящий, эспандер сжимающий. Интересно, наш этот образно, вернее, эмоциональный так настрой, к чему он нас приведет, какие, так сказать, секреты раскроет природа, покажет себя в какой красе. Это очень важно, чтоб перед тобой показали красоту, величие, природа. А не так-то ухты-сбухты там, раз. Как этот пел. Тайны природы открываются не с копейки, а с тысячного рубля. Тарам-да-да-дай-да-да-дай-дам. Тари-да-да-дай-да-да-дам. Ладжу-ба-джу-дум-ти-да-дай-дам. Тари-да-да-дай-да-да-дам. Тарим-да-да-дай-да-да-дай-дам. Тара-да-да-ди-да-да-дам. Ла-чум-дум-дум-дум-дум-дай-дам. Да-да-б-ду-ду-ду-ду-ду-да. Тонус пошел. Так эта спинка прогнулась, суставчики задвигались. Хорошо. Ла-чуп чабарай джабарумджа. Ла-джабаджум-джибидум. Ла-чум-джибидим-джабарумджум. Поменяем руки. Джарам-джабаджум-джибидум. Ла-чум-джум-джум-джум-джам-джам-джам-джам. Ла-джу-джу-джум-джадай.
Не нужен, не нужен, не нужен. Не нужен, не нужен, жай-жай. Пенек как зазеленел. Помните, он стоял. А это, видите, то есть вот природа сколько-то она накапливала. Кстати, вон, любитель этой самой ходьбы этой скандинавской. Сейчас мы с ней побеседуем. Скандинавская ходьба, ё-моё, с палкой. Только от собак отбиваться. Кстати, собаки куда-то делись. Куда-то они слынули. Какие там песни мы чим? Помните из этого служебный роман? Песни мы чим. Мы чим, когда нам, так сказать, что-то неудобно. А заспеваем, это когда нам радостно. Я перед тем, как отправиться на прогулку, почитаю ваше сообщение, чтобы была какая-то там тема для того, чтобы можно было на прогулке что-то рассказать. Вот. Пока идем. Шебечут синички. Эспандер сжимаю в руке. И мощно я двигаюсь прямо. И сердце стучит. Где она стучит? У меня. О! И сердце стучит у меня. А ну, стучит. А ножки идут, тук-тук-тук. Его укрепляю, закрепляю. Это ДТП. Кстати, приятно отметить то, что я встал с утра, то все там выпил свой этот ятрышник. И мне уже и с ятрышником, и без ятрышника туалет. То есть первые примерно полчаса-40 минут после подъема я иду в туалет. А потом уже иду на прогулку. Летят мои мысли. Со скоростью света летят мои мысли. Как светик летят, улетают туда. И там они проникают пласты. Где хранится Тарай-да-да-дай-да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 -
Мои мысли, мысли в пространство летят, и там они вызовут, и что-то там говорят, и что-то со мной беседует, и кто-то со мною учит. Энергии много, энергии много, тролям. Она окрыляет тебя, она окрыляет меня. А вон пошли будущие спортсмены, дети пошли, канают на тренировку. Ух, сейчас как погребут. Тарам, да-да-да-да-да-да-да. Весь ушел в музык. Музык. Вот и очень интересно. Вот человек одевает наушники, отгораживается от окружающего мира и что-то там, какие-то там песенки слушает, музыку слушает. А вот я иду и слушаю вот эту вот мелодию природы, мелодию вот этого дня. Смотрите, вот эти процессы тонкие, энергетические, они проявляются, как бы сказать, из-под водь. Человека настраивает на определенное, как бы сказать, настроение. Плюс через различные феномены, звуки, шелест листвы, крики птиц. Значит, соловушки поют или какие-то там пташки. И вот она мелодия природы. Мелодия. Ах, у меня аж начинает бежать мурашки. Почти что как у Наташки. Побежали мурашки. О, заломило как. То есть вот она мелодия. Мелодик. Это же великолепно. Которая гармонизирует тебя, которая настраивает на лирический лад, можно так сказать. Ой, это ж очень-очень хорошая вещь. Окунуться в мелодию природы, в мелодию Земли, космоса, в конце концов. Если человек может снять эту информацию, то вот он живет вот в этих ритмах, этих импульсах. Это мелодия, красота. Плюс дополним это зрительными образами. Зелень успокаивает, раскрывает нам сердечную чакру. Она открытая чакра и чакрует. Слышите? Шум листвы. Шум леса. Он тебя приветствует. Ай, как хорошо. Шо. О, более мощная. Как хорошо. Что, как хорошо. Тарам, да-да-дам, да-да-дам, да-дам, да-да-там, да-да-дай, тарам, да-да-дам, да-да-дам, да. Ох, уже рука хорошо мне подустала. Правую. А руки будут сильные. А от них сердечко будет. И в купе с движением сердечно-сосудистая система. Плюс
эмоциональным настроем, нервная система будет у вас хорошая. Нервная система зависит в первую очередь от того, насколько вы владеете своими эмоциями. То есть информация, которая приходит к вам, как вы ее можете переварить и использовать. Не будет ли она у вас кипеть в виде каких-то волнующих всплесков? Слово «эмоция» означает «волновать». Вот что вас тут волнует? Меня волнует и умиляет шелест листвы, вот он, свет солнца. Я жадно вдыхаю ноздрями вот эту всю красоту. Не воздух, а красоту. Хорошо. Исцеляемся красотой. Красотой величайшего мастера природы. Цикорий зацвел. Говорят, для зрения он полезен. Как ты его копал, жевал, что только не делал. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Там дорого. Доброе здоровье. Там дорого и неприветливо. Арабы. Арабы. С хитринкой глядят. И как бы к вам бы залезть бы ваш кошелек полисад. И там чуток покопаться. Немножко его опустошить. Ну так примерно так вот. То есть сегодня у нас лейтмотив — летят перелетные птицы. Вон они, спортсмены, идут. Вот они. Доброе здоровье. Вот они. Ух. На Виллисах. Кстати, абрикосенька, что-то же нацвела. О, абрикосы есть. Вот они. Это абрикосы, которые поздние. Ну, глядишь, попробуем, насколько она еще. Зеленая пока никто не видит. Самое интересное, вот иногда вот так вот мелодию там мычишь,
мучишь, и как бы в конце концов происходит углубление от грубого к тонкому, и ты только раз оказываешься в более тонком восприятии, в более таком изощренно радостном. Вот, то есть мир открывается перед тобой. Сначала ты тут какие-то грубые двери открываешь, а потом только раз распахиваются тончайшие шторочки, и открывается красота. 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 Ты видишь нимфы, пляшущие, улыбающиеся, смеющиеся, находящиеся, так сказать, в какой-то вечной радости. А что там для них? Какие-то там волнения, когда они живут в мире радости. То есть все первоначально-то создается с радостью. Вселенная создается, расширяется, растет в радости. Вот это радость превращается в страдание. Тарам-да-да-да-да-да-да-дам. То есть, как бы сказать, мир нам показывает различные виды, различные состояния. И вот уже человек своим сознанием, сознание — это инструмент, важно относиться к самому себе как к инструменту, инструмент духа, уже в пору своей, так сказать, испорченности начинает отбирать. Если он особо не испорчен, как у детей, так не у всех у детей, но у нормальных, он видит хорошее, радостное. То есть он чувствует вот это вот я и мир. Как бы он создан для меня. Он создан вот для каких-то таких интересных, таких любознательных вещей. А с возрастом уже только начинаем воспринимать какую-то черную информацию, грязную, серую информацию. Каких-то забот погружаемся. И как только погрузились в заботы, как говорят, это низкие вибрации, грубые низкие вибрации, все. Мы тут сидим в болоте и квакаем. Квакаем. Ой. Натрудились, а мы. Ой, того не хватает, всего нет. Ой, тяжело. Ой, 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 ой. А я на горку шла, тяжело несла. Понимаете? На горку не надо идти, тяжело нести. Уморилась. А я вам пела и плясала. А теперь совсем устала. Вот немножко отдохну и опять плясать начну. Дра-та-та-да-дра-та-та-да-дра-та-тушки-тушки-тай. Да, относиться. Причем как-то все так. Общество само себя закабалило. Общество построило какие-то такие, как бы лучше сказать, ну не законы, это какие-то условия, да еще их законами тут позащищало, оборонило, что вот ты должен не жить, а мучиться там. То учиться ты должен. Ну ладно, там учиться надо кое-чему, не без того. Причем каким-то знанием, которые тебе и не пригодятся в большинстве.
Вот, то потом работать. А там дальше, что, так сказать, встрял в это. Семья и дети. Все, семья и дети. И вот этим тебя держат за тайные места. В случае чего семья и дети будут страдаты. А как этому самому водяному? А мне летать, охота. А сам сидит в болоте. Вот так сидим. Квакаем. И даже не понимаем, что такое жизнь, что это за явление, в котором мы оказались, и для чего оно нужно. Зашел сюда, интересно, я почувствовал, подчеркиваю, как с любопытством на меня уставились эльфи из-за деревьев. Я буквально их чуть ли бы не увидел. Так, я тут немножко утончился. Наблюдают за нами. Особенно, когда человек как-то начинает совсем по-другому мыслить, совсем по-другому действовать, ему начинает открываться тонкий мир. Но почему тонкий мир особо с нами не вступает в контакты? Такой положительный мир. Потому что кроме слова «дай», мы к нему не обращаемся. Дай помоги, помоги дай, дай помоги, помоги дай. А вот наоборот, чтобы, как бы сказать, воспеть эту красоту, вот эту вот, знаете, гармонию, да, тут слов не хватает, чтобы вот этот мир высказать, вернее, описать в словах. Вот этого нету. А просто вот идешь и все более и более погружаешься. Сначала, так сказать, своими грубыми телами, потом все более и более тонкими. И начинаешь ощущать радость. Радость бытия. Все у нас в радости. В радости. Помучим еще. О, жучок поет, ползет. Левая рука послабее. Правая тут сжимает. А левая я вот пожимал. Уже чувствую, тут какое-то перенапряжение идет. Вот вам уже очередная диагностика. Левая половина тела ослаблена. Просто-напросто ослаблена. Вот надо эту асимметрию убрать. Покажи себя. Ла-пум-ба-ба-рам-ба-ба-бум.
Тинка про хрен. Летят перелетные птицы в осенней дали головой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой. А я остаюсь с тобою, навеки моя сторона. Не нужен мне берег турецкий. О, белочка, видите? И Африка мне не нужна. Тара-да-да-да-да-да-да-дам. Тара-да-да-да-да-да-дам. Тара-да-да-да-да-да-дам. Дари-та-та-та-да-да-дам. Какого ты хрена там ищешь? Какого там хрена нашел? А хрена тут до хренища. И ты бы его прополол. Ну, примерно так. Было несколько по-другому. Какого ты хрена там ищешь? И тут хрена полно. Бери скорее котяпку и пропали-ка его. И хрена тут до хренища. Зачем хрен там где-то искать? Ну и вот так как-то что-то так, как говорится, промелькнуло и ушла. Так интересно было. Ну ладно, оставим это. Про хрен. Какого там хрена искать? Какого там хрена найти? Когда тут без хрена, да хрена различной херни. Ну так вот, несколько слова на хрен потянуло. Кстати, хороший продукт, особенно для легких. Душистый, как даст в нос. И пошел там кровь разогреваты. Ну, надо немножечко, а так может передозировка вызвать что-то такое. Так, ну ладно. Идем дальше. 37 минут прошли. Доброго здоровья! О, здравствуйте, Геннадий Петрович! Здравствуйте, правда, вирус, но ничего, я не болею. Вижу, другая собачка стала. А ту я вот в старую станицу, там сын у меня живет, отдал. Это эти самые какой. Вот они. Она не моя, живет, в смысле, это на нашей улице. Ходит, да? Кто-то прогуливается. Кто-то вот она. Вот, да. С этого. С ухом, ухом. С этого с какого. Доброго здоровья. Доброго здоровья. Питомника. Ага. Вот значит вот это вот, как оно, с ухом и еще с ошейничком было. Угу. С ошейничком. Доброго здоровья. Ошейничек этого, в смысле, это. Сразу взяли с ошейничком, привели. Угу. И, ну, а кто там? Вот она и хорошо. Встала ко мне и ходит. А куда же эти собаки делись, не знаете? Какие? Местные. А вот это не знаю, я тоже, я с них, они же дружили со мной. Ну да. Вот так, большая и маленькая, а их чуть пять было. Доброе здоровье. Ребята, а куда же собаки ваши там делись, что жили? Не знаю, вроде
остались. Остались там, есть, да? Вроде да. Нет, они бы выбежали. Ну да, выбежали. Они же встречали. Что, боишься собак? Не, не. Ладно, пошел я. А вы что, в отпуске? Нет, я в самоизоляции был. Сидел. Доброе здоровье. Монстр грозобоя. А какое небо голубое. Привет, девчонки. И тишина. Ворона каркает. Вторая это чает. Лес шумит. Успокаивается. Ветерок где-то бежит. И тишина. И тишина. И тишина. Да, ответила ворона. Кольцо закрыто. И тишина.
и тишина. Первый бой. На завтрашнюю прогулку наметилась тема «Извращенность ума и достижение тонкого восприятия, как бы сказать, или даже силы достижения, или извращенность ума и духовное развитие, возможно, так лучше назвать. Ну вот, что у нас с вами? 58, еще немножко надо пройтись. Тридцать секунд, даже меньше, двадцать секунд осталось до часа. Две секунды, одна, час. За час я прошел 4 километра 460 метров. О, есть! Машина перестает реагировать на ключи. Все. Тарам-дибрим-дибрай-та. Ой! Тарам-дибрим-дибрам.
Кстати, машину чистили, видите, что сделали. Вот тут вроде бы нормально. А тут, так сказать, мы тебе почистим машинку. Пристегнемся. Лячуб джабарем, джабарем, джай, джабарем, джабарем. Вперед. Лячуб джабарем, джабарем, джай, джабарем, джабарем, джабарем. Лячуб джабарем, джабарем, джай, лячуб джабарем, джабарем. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Летят перелетные птицы. Видать, у них мало силов, а я остаюсь с тобою. А я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Кстати, если взять концепцию многих жизней, повторных воплощений. Вот это вот все, где я живу. Донец, степь донская, донецкая. Раньше называлась Диким Полем. Так, закончим. Закончим. Да, закончили. На часы забыл нажать. О, кстати, видите, тут какую штуку она нарисовала. Так что это было дикое поле. Свободно ходили дикие кони. Народу было, да практически не было там, если печенеги скакали иногда с арматами. То есть вот она, природная жизнь была. Летят. Мысли мои летят. Туда-сюда летят. Туда-сюда летят. И где-то они задержатся. И где-то они остановятся, а может назад полетят,
А может и назад полетят. А может и нет, улетят. Ну что верно, то верно. Кстати, надо было поднять машинку, видишь? По этим буеракам. Это то, что мы в пространство прорастаем мыслями. Мыслями, настроением. И, естественно, из него черпаем то или иное энергетическое восприятие. А вот и родные пенаты, родные мои гаражи. Не нужен мне берег турецкий, родная моя сторона. Кстати, видите, тут плакат какой. Вот так-то. Ну, здравствуй, Петрович, здравствуй. Так, это мы выключаем. Выключаем. Это мы на место. И, как бы сказать, вот отсюда, да, такая. Опа! Все. Наша обязательная программа закончилась. Теперь остается произвольная. Лачубджибрум джабуджамба джарибедирим джибидум. Чарам джибрум джибидум бай джарибедирим джибидум. Тарам дададай дададай дам. Тарай дададай дададай. Кстати, вот этот тот нижний отдел ворот помятый. Это я джипом шандарахнул. Невнимание. Тарам-да-да-дай-да-да-дам-дай-да-да-дам. Не зли меня. Тарай-дам-да-да-да-дай-да-да-дам. Федозик. Ну вот, путешествие подошло к концу. Здесь я вечерком покатаюсь немножко. Абрикоса закончилась, я ее так особо не поел. Яблоки зреют, кое-что я уже ел. Ну все, идем домой.